Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! С вами Анатольевна на своем канале. Сегодня я по-быстрому покажу недавний улов на бусы, потому что все это пойдет в работу. Вот прям срочно. Аж кипит. И остальную часть видео покажу то, что я покупала на Алиэкспресс для своего рукоделия. Начну с этих покупок. Это покупка прямо в одном месте. Совершенно случайная, но очень радостная. Здесь я купила винтажные бусы. То, что винтажные, нет сомнения. Некоторые у меня уже даже были. Вот такие бусины у меня были, только бежевые, из которых я делала колье с сердцами. Такие же очень красивые бусины. Цвет такой приятный. Такая ниточка бусин. Или стекло, или камень. Ну вот мне кажется, что это камень. Хотя какой-то может быть камень, аметист такой мелкий. Но окрашенные они неоднородно. И отшлифованные они тоже разного размера. Или стекло. Во всяком случае, шелестит. Так, вот такая цепочка. На что-то, возможно, мне пригодится. На какое-то колье. Ниточка запуталась, распутываться не хочет. Вот такая ниточка. Кошачий глаз, наверное. Ну, некоторые говорят, что это сатиновое стекло, но я думаю, что это кошачий глазик. Красивой формы. Два таких украшения. Ну, я думаю, что вот это, скорее всего, переделывали. То, что это винтаж, как бы это не сомнение. Здесь очень красивая застежка. Даже мне... Нет, думала, это маркировка. Вот такая. Такое мне никогда не попадалось. В целости и сохранности. Но на три ряда. Кто-то, скорее всего, этот бисер перебирал. У меня есть похожий бисер. Здесь бисер стеклярус нескольких цветов. Возможно, я это колье соберу по новой. Посмотрим. Что-нибудь придумаю. И вот такая ниточка. Бус. Непонятного содержания бусины. Думала, это тигровый глаз. Но как-то вот похоже очень, да? Ну, не знаю. И вот такие, по-видимому, пластиковые бусины. Длинненькие. Кто-то, возможно, собирал... Может, это что-то рассыпалось, и кто-то просто собрал это на ниточку. Так, и вот такой кулончик. Классненький. Все как-то присутствует прям в одном тоне. Да, может быть, он висел там. Что меня смущает в этом кулончике, конечно, он здесь стоит, но видно, что его либо ремонтировали, либо что. Надо что-то подправить. Вот кулоны я люблю больше, чем броши. Такой все вот прозрачно. Скорее всего, это точно винтаж. Ой, такой чудесный, прям чудесный. Вот камушек надо пошлифовать немножко, и будет просто прелесть. Тяжеленький достаточно. Ну, а теперь Алиэкспресс и несколько посылок. К Алиэкспрессу у меня такое неоднозначное отношение. Я очень люблю заводить с ними споры, потому что некачественный товар я как-то не признаю категорически. Значит, я и начну, в принципе, со спора, который я выиграла. Как-то очень сразу. Написано было, что это стекло, но это оказался пластик. Девочки, распаковывать не буду, они меня прям раздражают, эти кристаллы. А я взяла плоскогубцы, это стекло, оно просто отломалось. Сняла видео, быстренько поставила его ну, тем, кто это все ведет. И ответ пришел сразу, и деньги уже вернули. На наши деньги это стоило 13 белорусских рублей. Но в перерасчете что-то с доставкой получилось 4 с чем-то доллара.
вернули. Бусин я как-то никогда не покупала. У меня не было тогда такого творческого порыва. Сейчас у меня много времени, и вот у меня пошли эти вещи. Все знают, что на Алиэкспресс есть сатиновый бисер. Ну, он есть и везде сейчас в продаже, но там как-то подешевле. Иногда эти посылки приходят быстрее. Вот этот бисер, один магазин. Это тот самый бисер сатиновый, с которым я собирала вот это украшение. Во-первых, они очень хрупкие, ломаются. В них не одинаковые дырочки. И он, ну, вот просто совершенно разный. Видно, мне кажется. И мало того, он еще и ниточку резал. В пакетике этот зеленоватый бисер смотрелся темнее. На самом деле, когда я открыла, он практически так не видно, что он зеленоват. Чуть-чуть только. Сейчас посмотрю вот этот. Ну, этот как-то поярче окрашен. Хотя вот в кучке он тоже смотрится как-то поярче. А по отдельности они здесь есть светлее, темнее. Ну, в общем, это такого качества именно бисер. Шел он по 18 грамм. Это совсем другой магазин. Я еще не распаковывала этот пакетик. Но я смотрю, что здесь есть как-то и длинные такие палочки, и короче. Хотя по отзывам это было достаточно неплохо. Но, в принципе, цвет, который мне нужен. Здесь шло по 30 грамм. Заказала еще коричневый бисер. Здесь по 10 грамм пакетики. Этот, наверное, был подороже. И он такой, видно через пакетик, что он достаточно поаккуратней. Ровные бисеринки такие. Приятно. Дальше. Фурнитура. Заказ застежек. Достала две, чтобы показать их. По-моему, по 10 штук в пакете. Позолоченные и посеребряные. Ну, неплохо так вот открываются они. Упругенькие такие. Да. Я искала тогда застежку на 5 нитей для своих этих бус, которые я собирала, оливковых. Единственное, что вот они есть, как-то немножко заедают. Но я думаю, может, потому что не разработаны. Легенькие такие, гладенькие. Неплохо для колье сборки. Дальше. Еще меня прошибло на такие бусины. Кто смотрит мои видео, знает, что я люблю все пестрое, не одинаковых размеров. А тут вот мне захотелось гладенького и аккуратненького. Это стекло, бусины. Вот они идут такими ниточками. Почему они лежат у меня так по пакетикам? Потому что это все бесплатная доставка по 2 нити шла. Если только начинаешь бросать больше или как-то третий цвет, все выбивает доставку. Бусины все одинаковые, аккуратненькие, приятные на ощупь такие. Понравилось мне, когда первый раз получила. И поэтому получилось, что вот я заказала еще потом таких 2 ниточки таких же. Ну, чтобы набрать количество, потому что я люблю собирать колье. И потом решила заказать вот такой ярко-зеленый травяной. Пришел такой обалденный цвет. Красивый. И еще, да, еще. В общем, в одном этом магазине вот я заказывала это все по чуть-чуть. И вот даже белые, похожие на молочное стекло. Видите, как туда такие же бусины. Похожие на молочное стекло, но у них оно есть только в одном размере. Ровные, нету здесь никаких, я вот пересматривала, нету никаких здесь особых огрехов, ничего. Приятно, короче, иметь дело с продавцом. Еще покажу. Это была покупка Валберис. Значит, и почему я, собственно, на Алиэкспресс и пошла заказывать эти бусины? Потому что на Валберис очень поднялись цены. Вот это я успела запрыгнуть в последний вагон по акции. 2 нити очень больших. Но не знаю, стекло это или керамика. Вот оно, мне кажется, все там окрашено одного цвета. Эти крупнее, конечно, бусины.
мой любимый болотный цвет. Здесь очень большие, конечно, нити. Вот эта пара стоила, по-моему, что-то 6 рублей. И вот это я заказала, но мне пришло не то, не тот цвет, не то качество. Поэтому я на Алиэкспресс, собственно, и ушла. Дальше что? Еще такие бусины. Эти чудесные, расчудесные цвет. Совершенно потрясный, конечно. Это стекло. Тяжеленькие такие. Заказывала их тоже по ниточке, потому что в магазине для нас только платная доставка. Пришли они очень быстро, опережая друг друга просто. Вот сейчас посылки застряли. Потерялись у меня 4 посылки. Это очень неприятно, и поэтому те даже, которые я заказывала еще в октябре, я открываю споры, потому что очень обидно. Вот, смотрите, какой цвет. Шикарный цвет, конечно. Пины. Это стальные, и брала я вот эти серебряные. Понравился мне этот магазин. Понравилось, что при работе, когда перекручиваешь или что, не обдирается вот это покрытие. Такие бусины такого необычного качества. Надо куда вам насыпать. Я не знала, да, что они такие существуют. Высыплю только одну. Бусины с двумя отверстиями. Написано стеклянные двуслойные. Вот эти бусинки искала для того, чтобы использовать их брошек наборные. А очень хочется попробовать собрать что-то свое. Поэтому я искала такой материал, который мне пригодится. Такие я цвета взяла. Вот еще серый. Такой желто-бежевый. Темно-фиолетовый. Ну, не скажу, что очень дешево, но, во всяком случае, по отношению к другим местам достаточно бюджетно. Так, это были покупки Валберис, застежки. Это, в принципе, все, что у меня осталось. Мне кажется, все, кто занимает рукоделием, знают эти комплекты. Мне они очень нравятся. Восстанавливала вот я бусики вот такие винтажные. Здесь были свои шапочки. Не было застежки. Вот такую поставила. Она, конечно, отличается, но все лучше, чем без застежки. Я не люблю застежки, которые такие вот винтовые. О, тут у меня еще напоследок самая вкусная осталась, девочки. Такие интересные бусины. Это бусины. Кошачий глаз, но квадратненький. Такого цвета. Взяла на пробу. Это бусины 4 миллиметра. По виду вроде так и неплохо. Есть видно, что скосы такие, неравномерности. Ну, не знаю. Есть, да, неровности. Когда пакетцы, так и не видно было. Сейчас посмотрим вторую. Голубых точно есть. Так, что розовое? Розовое получше все-таки. Вот голубые, видно, что у них тут много скосиков всяких. Да, неровности, они есть не кубиками, а розовые вот как-то поаккуратней, и не видно таких огрехов. И потом я нашла еще вот, вот еще я брала 4 миллиметра, это просто я их сравнивала, и еще желтые, да. Еще вот желтенькие, покажитесь. Желтенькие вообще такие более насыщенные, не такие прозрачные, как голубые. Это заказала на пробу, хотела заказать еще по ниточке, но вот голубые, мне кажется, точно заказывать не буду, потому что они какие-то очень водянистые. Розовые более-менее, желтые лучше всего. Прям квадратненькие, квадратненькие. Это вот были 4 миллиметра, а это я потом нашла еще вот побольше. Эти 5 миллиметров. Сейчас посмотрим по длине нити и по качеству. Чего у нас тут с этим качеством? Количество и качество тоже имеют значение. Так, вот. Ну, неплохо. Неплохо. Вот желтые тоже как-то лучше всего. Прямо интересно. Не знаю, насколько это стекло. Вообще, по описанию, это написано, что это как бы кошачий глаз. Не стучит оно как стекло. Может, я плохо стучу.
чуть-чуть постучу еще так. Ну вот, для сравнения вам разные магазины, разные размеры. Вот такие побольше я закажу еще обязательно. Так, вот желтый и там хорош. Размеры они практически одинаковые, в цене они там что-то отличаются. Вот эти, которые 4 мм, они там что-то были 2,30 центов за ниточку. А побольше 3, по-моему, 30 тоже центов за ниточку. Вот размер у них по длине ниток практически одинаковый. Так что вот, обнаружение такое. Есть на Алиэкспресс еще более интересные такие, конечно, бусины, но там, соответственно, и цены как бы другие. С вами была Анатольевна. Заходите. Если бы я знала, что я могу поставить ссылки, и это не будет считаться рекламой, я бы это сделала. Но не хочется нарушать никакие правила, правила жизни, правила Ютуба, правила, допустим, каких-то законов. Поэтому, девочки, вот такие, вот так показала и рассказала. Всего вам хорошего, до скорых встреч!